Нужна помощь? Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Сабал. Победитель вернулся. Теперь повстанцы смогут продолжить свое дело. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиты данные важнее жизней. Данные, которые могли и не пригодиться. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Это золотой путь. Дорога, которую указал нам твой отец. Я знал твоего отца. Я уважал его. И принял этот путь. А что тогда насчет Амиты? Пойми, я не отрицаю ее заслуг. Но лидер должен быть один. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Тебе надо понять его. И понять нас. Монастырь ждет. Береги себя! Здравствуй. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Жизнь без эмоций – ничто. Но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавь огня. Оставь корзину здесь.
Сабал тебя ценит. Просил, чтобы тебе позволили увидеть. Великий демон Елунг живет в каждом человеке. Он тешит нас сложной надеждой. Коза, которую мы убьем, насытит и успокоит его. Рада тебя видеть, отца. Мы говорим с духами. Твой отец понимал и вдохновлял других своими делами. Обдумай то, что ты видел. Сорвать статуи! Проклятые ублюдок!
наверх! Отсюда! Я гиб... Пошел! 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 Я убью тебя с радостью! Уже все? Помните, вот что бывает, когда люди забывают они богов. Собирались. Аджай, могло быть еще хуже. Спасибо. Хотела занять монастырь, я помешал. Да хранит тебя Кира, брат. Монастырь слишком важен для города, для его жителей. Твой отец это понимал. Ему бы пригодились такие люди, как ты.